Всем привет! Сегодня приготовим очень нежный, тающий во рту шоколадный десерт всего из 3 ингредиентов. Он станет прекрасным украшением праздничного стола или замечательным завершением романтического ужина. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Нам потребуется всего лишь 3 продукта: молоко 100 грамм, масло сливочное 80 грамм, шоколад, горький или молочный, по желанию. Для начала измельчу плитку шоколада. Смешиваю молоко со сливочным маслом. Теперь нам нужно все немного подогреть до растворения масла. Сделать это можно на водяной бане или в микроволновке, как я. Добавляю шоколад и хорошо перемешиваю. Блендером это сделать гораздо проще, так масса станет однородной. Накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник на 1 час. Время вышло. Вот что у меня получилось. Взбиваю крем миксером до загустения. Десерт получается нежным, с насыщенным шоколадным вкусом. Готовится он очень просто. Я думаю, все сладкоежки по достоинству оценят это лакомство. По желанию, сверху можно добавить ягоды. Приготовьте это шоколадное чудо по моему рецепту и напишите в комментариях свое мнение. И, конечно, не забывайте подписываться на мой канал. Всем спасибо за внимание!